мой каналчик. Привет, с вами Ксения. Сегодня я о грустном говорить не хочу. Просто хочу вам рассказать то, что я счастлива, то, что рядом есть моя любимая Надежда, без которой я уже жить не смогу никогда. И также хочу вам пожелать и вас поблагодарить то, что вы всегда тоже рядышком со мной, где-то там, правда, далеко, но это здорово. Ставим мне побольше лайков. Вот, и добавляйтесь ко мне в подписчики. Пускай вот эти фонарики, как на этой елочке, они светят. Пускай эти фонарики также у вас в жизни будут. Вот. Пускай у вас жизнь будет такая красивая, как вот эти вот новогодние фонарики на этой елочке. Пускай все ваши мечты, все ваши мысли будут только на позитивной ноте. И никогда не унывайте, не грустите. И все время улыбайтесь. Даже в 32 зуба улыбка, это вообще вот такая вот. Так что спасибо, с вами Ксения. Всем спокойной ночи.